Добрый вечер, приветствую всех в нашем эфире. Это клуб «Политон». Сегодня у нас очередное заседание. Сейчас я представлю наших сегодняшних спикеров. А спикеры сегодня из ДВК, да-да. Это оппозиционная организация. Сегодня в числе трех человек, но пока подключились только двое, об этом мы чуть позже скажем. Сегодня мы будем говорить об очень интересной теме. На мой взгляд, интересной. Почему? Сейчас объясню. В последнее время началась полемика по поводу тактики в оппозиции. Есть разные мнения по поводу того, как оппонировать режиму. Мы уже заспорили с Мухтаром рядом по этому поводу и пришли к мнению, что стоит встретиться вот в таком составе. Активисты, руководители ДВК и поговорить об этой тактике, потому что позицию с той стороны, со стороны другой части оппозиции, я, в принципе, ей владею, и учитывая то, что я, с одной стороны, являюсь одним из учредителей, организаторов Демократической партии, то есть в теме, и могу ее озвучить. И, собственно говоря, соотнести вот эти позиции и об этом поговорить. Итак, у нас сегодня в студии Мухтаров, лидер движения «Демократический выбор Казахстана». Жанна Бата, активист его. Я не знаю, какая должность, Жанна сама, наверное, скажет. Член оргкомитета. Мы все члены оргкомитета. А, хорошо. Члены оргкомитета. Да, вот они у нас в студии. Еще есть один член оргкомитета, Булат Атабаев, мы его объявили. Но там по техническим причинам пока не получается. Я думаю, что в процессе программы это получится, и он подключится. О регламенте. Регламент прежний. Каждый выступающий, говорящий здесь, имеет 3 минуты. После чего звучит вот такой звонок, и он передает слово кому-то из присутствующих. Итак, что еще здесь нужно сказать? Я попрошу еще раз наших спикеров уважать законы Республики Казахстан, в юрисдикции которого находится Политон, поэтому, пожалуйста, никаких призывов лучше не делать, чтобы не напортить нам. Ну что, наверное, переходим. Проинформировать только можем, я так понимаю, да? Как? Призывать не будем, но проинформировать можем, да? Нет, ну, это вы уже проинформировали, и все знают прекрасно, да. А призывать не надо. Не надо нарушать закон, вы его прекрасно знаете. Итак, я предлагаю начать очень коротко сказать о двух тактиках казахстанской оппозиции. То есть о тактике ДВК скажет представители ДВК, а той тактике, которая существует параллельно, доложу я. Пожалуйста, кто у вас начнет об этом? Итак, значит, задача такая, как я понимаю, у вас стоит. Сменить политический режим Казахстана и отправить в отставку нынешнее политическое руководство страны. Это понятно, это стратегия. А каким образом ДВК думает это сделать? Пожалуйста, кто начнет? Жанна, может вы? Ну, я могу, конечно, начать. Добрый вечер. Сразу подчеркну, что я в ДВК занимаюсь штабом, занимаюсь позиционированием и так далее. Поэтому, конечно, я могу сказать о том, что наша главная задача, естественно, наращивать нашу численность и выводить людей на протесты, объединять на площадях. И понятно, что достигнув той самой массы, которая необходима для смены режима, перейти к осуществлению тех стратегических планов, которые мы постоянно озвучим. Для того, чтобы это произошло, наша задача, естественно, людей обучать, агитировать, просвещать в интернете, разоблачать режим, показывать все методы. И весь этот арсенал мы на протяжении 2,5 лет транслируем. Я считаю, что достаточно успешно. Угу. Все у вас, да? Спасибо. Хорошо. Мухтар, вы? Значит, по этому поводу. Да, я что хочу сказать, что режим не оставил нам никакого выбора, как выводить людей на массовые митинги, потому что есть два механизма, точнее механизм один, но этот механизм может реализовываться в двух местах. Это выборы президента, там кандидат от оппозиции не допускается и не допустится, это уже история нашей страны. Второе – это выборы парламент. Выборы парламента тоже. Партии оппозиционные не регистрируются, не пропускаются в парламент. Поэтому легитимных способов участвовать как в выборах президента, так и в парламентских нам этот режим не оставил. Значит, у нас остается единственный способ выводить людей на митинги. Это раз.
Во-вторых, чтобы людей выводить на митинги, нужны сторонники. Поэтому мы создали политический режим «Демократический выбор Казахстана». Мы набираем сторонников. Мы создали информационный канал 16-12, чат «Активист ДВК». И используя эти инструменты, постоянно выступая, рассказывая о программах ДВК, мы уже больше 2 лет, 2.5 года о них говорим, мы набрали сторонников и вместе агитируем сторонников выходить на массовые митинги. Митинги у нас где-то были успешны, где-то неуспешны, но это единственный механизм добиться смены режима, потом легитимным путем, конституционно, потому что право выходить на митинги – это наше безусловное право, которое закреплено в Конституции. Вот, собственно, вот так. Хорошо, я вас понял. Так, ну я тогда коротко скажу тоже о тактике. Сергей, чисто регламентный вопрос. Когда мы говорим, вы нажимаете на кнопку, когда вы говорите, вы не забываете нажимать на кнопку? Нет, я не забываю. Я просто не слышал, как вы на кнопку нажали. Нет, в данном случае здесь не кнопка. Звонок будет вот такой, ограничивать продолжение текста. Если вы перебрали 3 минуты, тогда такой звучит звонок. А кнопки нет, просто передо мной часы. Вот. Значит так, мне очень сложно, откровенно говоря, и участвовать, и говорить, но тем не менее я вот попробую справиться, буду, думаю, объективным. Тактика демократической партии, и не только демократической партии. Кстати, давайте начнем с того, что демократической партии не существует. Это важный момент, поэтому здесь хвалиться пока нечем и анализировать пока нечего. Все то, о чем мы будем говорить, это предполагается. Здесь, конечно, и проигрышный, и выигрышный вариант. Выигрышный в том плане, что нет пока никаких серьезных ошибок и недостатков, а проигрышный, потому что еще и говорить-то не о чем. Хорошо. Тактика примерно такая. Значит, да, демпартия, так же, как и вы, предполагает, ставит задачу смену политического режима в Казахстане. Это однозначно. То есть отправить политическое руководство страны в отставку, такая же задача стоит и у них. Но тактика предполагается не только через митинг, хотя они тоже не исключаются. Но на первом этапе, учитывая, что митинги сегодня достаточно проблематичны для большинства населения страны, которое, ну, если честно говорить, очень трусливое у нас. Это вы прекрасно знаете, не надо этого скрывать, все прекрасно понимают, что за 30 лет независимости власть сумела создать такую систему, и люди боятся выходить. Так вот, учитывая это, эта часть оппозиции предполагает все-таки другие подходы. Она предполагает использовать легитимные методы работы, в том числе и выборы, в том числе и создание различных организаций, проведение мероприятий, не исключающие митинги. И вот, собственно говоря, к чему я сейчас пришел, слушая вас, что по большому счету даже в тактике большой разницы-то нет. Вы не находите, что и те, и другие ветви оппозиции делают общее дело, но разными методами? Или нет, есть все-таки у вас какое-то возражение? Пожалуйста. Потому что вы говорите о легитимных способах. Вот завтра, вот первый мой вопрос. Режим объявит ДПК считать, ну, тоже тайное решение какого-нибудь Есильского номер 2 района, объявит ДПК считать экстремистской организацией. Что вы будете делать? Как что? Создавать другую партию. Есть другие методы. Создавать организации другие, организации другие. Они каждые 5, не по, как говорят известные поговорки, бьют же не по паспорту, а по роже, да? Они увидят там Мамая, Дуванова, Жукеева, там, и, ну, условно, 5 лиц. Понятно. И каждые 5 минут вас будет объявлять экстремистской организацией. Не совсем так. Вот тактика в этом и состоит, что для того, чтобы объявить, нужно собрать материал, привести в суд. То есть это минимум полгода, чтобы накопать что-то на эту организацию и закрыть ее. Нет. Вот этот кусочек времени, эта организация существует в легитимном поле, встречается с людьми, проводит съезды, заседания, собрания, митинги. Митинги, которые Такаев обещает не разгонять, в отличие от ДВК. Сергей, снова вопрос. Угу. Вы как-то сами себе приписали полгода, который у вас есть. А я вам говорю, увидели лица и запретили. Вот сейчас мы создадим не ДПК, а, не знаю, ДНК, ДТК, ДТ-75, как трактор. И нас ровно через 5 минут на следующий день будет объявлять экстремистская организация, потому что наши лица известны. Но это ваша версия. Но это ваша. То есть, если там не будет обвязывать, никто не будет эту организацию закрывать, пока она на чем-то не попадется.
Видите, две есть версии. И какая из них верная, это покажет только практика. И вот эта практика началась. Сейчас создаются некоторые организации. Посмотрим, как она. Давайте не будем забегать вперед. Давайте вот к следующему вопросу перейдем. Нет, можно я добавлю в этом вопрос? А, пожалуйста, Жанна, да. Хочу добавить. Смотрите, вы исходите из позиции, что власть легитимная и что народ трусливый, и что как бы возможностей нет. А с одной стороны, вы, так сказать, кредит доверия этой власти даете, и вы соглашаетесь, что у этой власти есть еще доверие. С другой стороны, вы сразу отрезаете народ, который якобы трусливый. Сразу на этих двух позициях я хочу как... именно как со стороны взгляда, со стороны ДВК, показать, что, во-первых, мы не исходим из этих позиций. Мы исходим из того, что власть нелегитимна, и, соответственно, из этого строим наши все действия. И второе, мы исходим из того, что народ не трусливый, а пока что еще либо не обучен, либо задавлен. Мы понимаем, что те меры, которые предпринимают на митингах в отношении ДВК, когда люди не могут дойти до митинга, когда создаются тысячные кордоны из полицейских и так далее. Власть о нас воспринимает всерьез. То есть я хочу сказать вот что. Протестный накал и трусливость – это разные вещи. То есть накал есть, потенциал есть. Мы за 2,5 года добились того, что есть люди, которые осознанно участвуют в борьбе. 3%, 5%, допустим, людей, которые стоят на площадях, возможно, еще нет, но это собирается. Единственное, что у нас есть, не трусливый народ, а народ, которому препятствует нелегитимная власть и препятствует всеми возможными ресурсами. Мы видим, какое количество ресурсов на сегодня задействовано против нашего так называемого трусливого народа. Это весь административный ресурс, когда внутри агитация невозможна ни в социальных учреждениях, ни в педагогических, образовательных и так далее, ни на предприятиях и везде. И когда невозможно просто даже дойти до площади. Тем не менее, люди это делают, потому что мы, тем не менее, организуемся. И когда до площади дойти не дают, люди находят абсолютно непревзойденные способы, начиная от того, что приходят сдаваться в полицию сами, и заканчивая тем, что устраивают митинги в квартирах, таким образом показывая, мы все равно будем митинговать. Я вот по этому поводу хотела вам возразить. И из этого, знаете, какой у меня вывод? У меня вывод такой. Мы этот путь уже прошли 2,5 года, ну, заканчивается время, а вы пытаетесь пройти наш же путь и доказываете, что это эффективно. То есть предлагаете вернуться нам на 2,5 года назад и доказываете, что это эффективно. Я вас услышал, спасибо. Ну, насчет легитимности власти не надо как бы навешивать ярлыков. Никто эту легитимную власть не считает. По крайней мере, я это точно. Потому что я знаю, как проводятся выборы, я их видел. И власть, выбранная на таких выборах, по определению не может быть легитимной. Это сразу отметается, не надо говорить до этого. Накала есть, говорите вы, а мы говорим, накала нет. Есть недовольство в народе очень сильное. И это я подтверждаю. Именно на этой волне сегодня создаются другие организации, помимо вашей. Это мы здесь как бы по-разному смотрим. Под накалом подразумеваются те обычно 1000, ну, может быть, 1500 людей, которые хотят выйти на митинг, а их не пускают. Согласен, да. Они герои, они активисты, им можно, так сказать, петь дифирамбы, и спасибо им за то, что они рискуют. Но это не накал, это не показатель той массовости, о которой вы говорите. Это еще нужно доказать, что весь народ хочет выйти на улицу, а его не пускают. Такого не бывает. Практика в мире показывает, что если собирается больше 10 тысяч, то никакая полиция, в принципе, никого никуда не может не пустить. Понимаете? Поэтому давайте все-таки вернемся к теме. Я хочу... Нет, давайте к вашей модели вернемся. Не, мы сейчас будем об этом говорить. Как формируется тактика? Вот на мой взгляд, любая тактика, любой партии, движения, в том числе и вашего, должна формироваться из проб и ошибок. Правильно? То есть это логично. У демпартии они были. И я сейчас о них скажу. То есть, вернее, партии-то еще не было, но у тех людей, которые ее создают, были ошибки. Касанов это одна из... О, подключился... Наконец-то. Компьютер чуть-чуть его опустил. Добрый вечер. На 2 месяца. Я сейчас, пожалуйста. Пространство было. Чуть-чуть опустите компьютер. Камеру чуть-чуть ниже, чтобы вы были выше. Да, вот так. И у вас там свет какой-то очень сильный. У меня, вы, ну, поймите, я
Ну, понятно, Булат, мы вас понимаем, ничего страшного. Вот сейчас вот нормально. Мы рады вас видеть. По крайней мере, я точно, я вас 100 лет уже не видел. Да. Я тоже очень рада. Да. Очень приятно. Булат, мы уже в процессе как бы дискуссии, поэтому вы по ходу дела подключаетесь. Вот мы сейчас, я задаю вопрос по тактике демократического выбора, и не только демократического выбора Казахстана, но и тех движений, которые сегодня вот в этом поле появляются. Значит, я хотел бы поговорить о тех ошибках и неудачах ДВК, о которых, кстати, Мухтар, вы только что сейчас сказали, что были и неудачи. Вот я хотел бы более подробно, какие неудачи вы признаете и, как бы, и на основании их делаете выводы в изменении тактики? Или все-таки, несмотря на эти неудачи, вы тупо продолжаете выводить народ? Я не знаю, о каких неудачах, но я считаю, что... Не говорил. После выхода из тюрьмы, конечно, его отсидка в тюрьме в Париже все застопорило, все остановилось, все, понятно. Вот единственный минус, это просто мы были привязаны к нему, к его личности. И вот эта роль личности в истории, об этом говорить, и все это остановилось. После выхода его из тюрьмы мы опять возобновили, я считаю, что мы успешно работаем. Сергей, я... Да, пожалуйста. Здесь знаете, что хотел попросить вас? Вы просто не договорили. Вы сказали, что у вас есть полгода. Мы же говорим, что две линии есть. Есть ваша линия, которую вы озвучиваете, это идти легитимные выборы, использовать легитимный способ борьбы. Вы могли бы вот это детально рассказать план действий вашего ДПК, как он будет действовать, прям пошагово. Вот у вас такое-то время, вы так набираете, то есть, чтобы мы понимали глубже. Вопрос глубже. Как раз, учитывая, что я буду как бы эту точку зрения выражать, думаю, что вы начнете с тех ошибок. Хорошо, давайте начнем с той партии, к которой я имею отношение. Я думаю, что действия будут следующим образом развиваться. То есть будет идти перманентная и нескончаемая регистрация. Никто, конечно, эту партию не регистрирует, и все, кто говорит о том, что ее зарегистрируют, и поэтому она продажная, это все от лукавого. Это будет перманентный процесс с постоянным возвращением документов, с придумыванием каких-то, мы эту процедуру проходили. Сколько это будет? Я очень не очень понимаю, вы можете пошагово расписать. Вот условно, Мамай сказал, что в январе вы собираетесь делать то, в феврале третье. То есть прям пошагово расписать вот на ближайшие 4-6 месяцев. Я думаю, что это неинтересная процедура. Я просто расскажу, как что делать в том случае, когда не получается зарегистрироваться. Не, Сергей, извините, да, я здесь не соглашусь. Почему? Потому что дьявол в деталях кроется. Когда вы говорите, я построю дом, а вы говорите в общем, но не говорите, есть ли у вас стройматериал, есть ли у вас участок, это звучит как просто пожелание. А когда вы говорите, вот у меня тонна цемента, здесь арматура лежит, вот у меня работники есть, кто построит, это уже убедительно. Поэтому, если вы сейчас эти детали расскажете, то это будет выглядеть, аргументированно. А какие детали? Я не совсем понял. Наверное, вы имеете в виду, как будет происходить процесс сбора подписей? Как вы соберете первые 1000 человек, инициативную группу, когда, затем, когда вы проведете съезд, как вы будете собирать 40 тысяч человек, все это требует мобилизации средств определенных. Я, как человек, который много раз этим занимался, я это знаю, сколько и как, даже в новых условиях. Затем вы подаете, соответственно, в регистрационный орган Минюст. И что? То есть я хочу понять... Вы рассказали эту процедуру, зачем я ее повторяю? Я не рассказал, я общий принцип рассказал. А когда вы применительно к ДПК расскажете, как вы это будете делать, тогда это будет... Вот точно так же, вот по буквам, как вы сказали, так и будем делать. Соберем 1000 человек, которые уже подписи поставили. Они приедут на съезд, на съезде будет принята программа. После чего получим подписные листы и пойдем собирать подписи. Зачем вам это надо? Извините. Я модератор или член ДПК? Мы в гостях у модератора или мы в гостях у ДПК?
Значит, вопрос этот я же не задавал, подопека, это Мухтар задал. Нет, подождите, вы, Сергей, вы модератор или вы сейчас член Демократической партии Казахстана? Ну, я сейчас поясню, да, я сейчас поясню. Я, к сожалению, не знаю, что вам сообщили. Я здесь выступаю в двух лицах. Я модерирую программу, но при этом я могу еще и выражать ту точку зрения, которая здесь не присутствует. Потому что мои попытки пригласить кого-то в эту программу из реальных оппозиционеров этой партии, ну, как бы Мухтар посчитал, что лучше будет без него обойтись. Так. Понятно? Вы не ответили мне. Вы кто сейчас? Вы модератор? То есть вы вне интереса? Мухтар, объясните, пожалуйста. Или вы член... Просто вы первую часть выпали из эфира, поэтому мы это уже вначале обсудили. Он здесь модератор, но здесь два направления. Так называемые «голосуем, используем легитимные возможности». Это линия, которая продвигает ДПК. В связи с тем, что здесь Сергей учредитель этой партии, один из учредителей, он эту линию как бы рассказывает. Мы втроем представляем здесь ДВК. Мы говорим, что никакие легитимные механизмы невозможны, кроме как выводить людей на массовые митинги и добиваться смены режима, используя наше конституционное право ходить на митинги. Вот две линии. Поэтому Сергей здесь и как модератор, и как представитель ДПК. А я, в свою очередь, задаю... Хорошо. Булат, вы поняли, да, Булат? Я понял. Но, я четко разделяю модератор с модератор, член ДПК пристрастен. Он, значит, модератор с пристрастием. Пристрастный такой. Ну, бывает в Бабаке. Знаете, в нашей стране все бывает. Да. Так теперь, давайте все-таки об ошибках. Вот, допустим, у людей, которые... Нет, мы не договорили, Сергей, мы не договорили. Вы начали говорить, что начинает собирать, собрали 40 тысяч подписей, потом отнесли его в Минюст. Дальше. Минюст вам отказал. Дальше что делать? Начинаем по новой. Вот, теперь я сейчас скажу как раз, почему я говорю «дьявол в деталях». Угу. Судя по всему, вы не слушаете, что говорит Мамай и Инга. Угу. А я слушаю, я всех слушаю, и Нуратановцев, и Токаева, и даже каких-то троллей вроде это Талгата Раскулбекова, точнее, Китушек. У вас сейчас кончится время. Да, я вам что скажу. Мамай сказал, мы не будем идти снова на вторичную перерегистрацию. Мы один раз это сделаем, и все. Поэтому уже первый вопрос к вам. Почему вы говорите, мы будем бесконечно идти, а он говорит, нет, мы один раз, нас пнут, все, мы больше не будем этого делать? Ну, это расхождение в тактике, мы это будем решать на съезде, еще съезд впереди. Это не расхождение в тактике, Сергей, потому что был конкретно задан вопрос Мамаю, это вы сейчас сказали, да. Конкретный вопрос был Мамаю, а он сказал, что мы не можем, потому что это требует серьезных материальных ресурсов. Потому что каждый раз идти на перерегистрацию, нужно собирать 1000 подписей, проводить съезд, опять 40 тысяч подписей. Это огромные ресурсы. И он, чтобы откинуть этот вопрос, он сказал, мы сделаем это один раз. Я понял, хорошо. Мы наши внутрипартийные дела будем обсуждать позже. Это не дела, это подход. Так. Я не понял, вы хотите уйти от вопроса, который я хочу все-таки задать, об ошибках ДВК и... Мы, как говорим, мы изначально задали тему, что... То есть не будете отвечать на этот вопрос? Нет, хорошо, переходим к третьему вопросу. Я отвечу. Мы просто должны идти в рамках формата. Мы идем по линии или митинги, или голосуем. Вот, собственно, тема, которую вы задали. Поэтому тема ошибок и так далее мы можем по ходу обсудить. Хорошо. Вы обещали где-то полтора года или два года назад, что через год 1 миллион сторонников ДВК... выведите на улицы и, собственно, режима не будет, мы его сметем и все прочее. Прошло гораздо больше времени. Что произошло? Что-то пошло не так? Как получилось так, что этот план не был выполнен? Сергей. Давайте начнем, наверное, с Булата. Вот дайте ему все-таки сказать, что он как-то, да. Булат. Как вы думаете, почему произошло так, что обещания... скорой победы, которую вы озадачивали людей, и не выполнилось? Вот это типичный вопрос,
людей, которые не заинтересованы в деле. Вот, Сергей, это ваш вопрос. Который ищет вот подвох, вот, собирает вот минусы, нанизывает. Вот это напоминает вот тактику поведения старых дев, которых никто замуж не берет. И вот он сидит, она сидит теперь, вот свое возмущение вот высказывает. Вот, а я-то вот когда-то ты говорил, ты обещал. Ну и что? Ну, мы, да, мы планируем. Мы эмоционально настраиваем людей. Это наша работа, тактика. Тем более мне, как режиссеру, я впервые тоже это озвучивал. Мы скоро добьемся. Давал надежды. Мы работаем над этим. Это не ошибка, Сергей. Это для тебя может быть ошибка, ты выполняешь какие-то функции, которые только ты знаешь об этом. Но я сейчас хочу сказать, Мухтар, ты меня извини, Жанна, ты меня извини. Мне кажется, мы сейчас работаем на Дуванова, чтобы он очередной грант получил. Отрабатываем его грант сейчас. Поэтому я ухожу от этой беседы. Мне это даром не надо. Потому что опять вот этот сидеть, коптить его старый мысль, коптить я не занимаюсь. Поэтому, Дуванов, конформист, большой привет. Я ухожу от вас. Спасибо. Мне это не нравится, вот это. Ну, то есть вы на этот вопрос не будете отвечать? Или я вообще? Ответил вам. Я ответил, Дуванов. Я же говорю. Я ответил вам, почему это так. Я все понял. Спасибо. Я ваш ответ принял. До свидания, Сергей. До свидания. Всего хорошего, удачи вам. Да, у нас Баке... Кто продолжит? Я продолжу, да. Да, пожалуйста. Баке очень эмоционально среагировал. Ну, человек артистичной среды, я его понимаю, да. На самом деле, то, что вы говорите, было озвучено в феврале 2018 года, когда мы объявили о создании чата «Активист ДВК». У нас темп сбора подписей был очень высокий, я имею в виду, кто входил в чат. И через 43 дня мы набрали 200 тысяч человек. Чат основной и региональный, суммарно. И тогда я, исходя из этих трендов, заявил, что мы при таких темпах до конца года в состоянии собрать 1 000 000 человек в этот чат. Мы должны, как только соберем 1 000 000, вывести людей на площади, понятно было, что этот 1 000 000 не выйдет, мы говорили о 3-5%, и добиться смены режима. Это было в феврале сказано. 13 марта режим объявил нас экстремистской организацией, это вам ответ на полгода, так называемые, которые якобы у нас есть. И судебное решение, кто его глаза не видел, и сразу у нас начался отток тех людей, которые испугались. Вот. Они, наверное, были тем самым электоратором, на который вы ориентируетесь, которые никогда не пойдут на митинги и все прочее. Они хотят бросить в урну просто бумажку и типа все изменить. Вот вам ответ. Угу. Поэтому это был такой боковой ход, неожиданный, грубый, который повлиял. Да, мы его, наверное, не учли, но на самом деле, я честно скажу, я на них и не ориентировался, вот на таких, кто по любому поводу сразу убегает. Мы ориентируемся на 3-5 человек, активных людей, которые готовы бороться. И наша позиция не изменилась. Угу. Жанна, пожалуйста. Я не думаю, что у нас были какие-то стратегические ошибки. Да? И то, что вы нас все время возвращали именно к тактике, я помню прекрасно ваши публикации, когда вы постоянно говорили, что надо менять тактику и так далее. Я считаю, что здоровый поиск протестного поля, который постоянно меняется в условиях тех препятствий, которые создавал режим. Мы, допустим, видели, что 1 мая не было таких препятствий, которые были 6 июня. Мы видели, что 1 мая был один подход, 9 мая был уже совершенно другой. Впервые в стране отключили интернет и нас сравнили с Венесуэлой. И поэтому понятно, что какие-то шаги мы предсказываем, предусматриваем, действуем на опережение. Но в целом, предугадать, сколько людей выведет режим против ДВК, было невозможно вплоть до предвыборных митингов, то есть 9-12 июня.
И далее, когда уже стала расползаться вся эта площадка за счет того, что режим просто активно начал проводить параллельные организации и растекать протест, то есть растаскивать протест по всевозможным норам, так скажем, да, ну, естественно, все эти моменты надо, ко всем этим моментам подготовиться невозможно. Тем не менее, мы их знаем и понимаем, как с ними работать, потому что есть опыт предыдущего строения партии и предыдущей борьбы. Поэтому я не могу сказать, что мы совершали ошибки. Мы двигались в фарватере того опыта, который нам предлагает сегодняшний режим и сегодняшний народ, то есть народ Казахстана. И давайте мы согласимся, что тот опыт, который у нас был до 2017 года, тот народ, тот протест, та оппозиция, которая существовала до 2017 года, ее нельзя сравнивать с теми условиями оппозиции и возможностями, которые существуют сегодня в условиях, когда есть ДВК. До ДВК мы все с вами были на одной стороне, согласитесь? Я соглашусь с одним, что заслуги ДВК в части политизации населения Казахстана очень большие. И я всегда говорил и продолжаю говорить, что придет время, когда памятник господину Облязову мы поставим перед парламентом Республики Казахстан, чтобы следующие парламентарии, глядя в окно, всегда видели это и принимали нужные решения. Но мы сейчас говорим не о том, а о другом. Что, и, кстати, хорошо, что сегодня господин Облязов растет в моих глазах. Он впервые признал, что это была ошибка считать людей, которые в чате, своими сторонниками. Спасибо. Вы очень тактично, но вы это признали. Это ошибка. Сергей, чего страшного? Обожди, не перебивай. Да, я расскажу, а я тебя перебивал, а? Понимаешь? Это нормально. Политик должен признавать свои ошибки. Я же признаю, что я поддался на очарование Касанова и целую неделю его поддерживал. Ничего, я не вижу в этом страшного. А политик имеет право ошибаться. Почему вы так боитесь и сейчас упираетесь, доказываете, что нет, это не тот миллион? Да, сказали. Признайте, что вы думали, что вот эти вот подписчики, которые кинулись на вас, понимаете, ну и все подписались, ну это мода была. Любая порнозвезда имеет подписку в 10-100 раз больше, чем вы. Это же не говорит о том, что она, так сказать, может людей выводить на улицы. Это разные вещи. Ну хорошо, что вы это признали. Почему вы этого боитесь? Пожалуйста. Что вам это дает? А я никак не могу понять, что вам Сергей дает это признание. Нет, секунду. Давайте мы... Нет, что дает. Сергей, давайте мы уточнимся. Давай. Во-первых, я не говорил, что весь этот, все 200 тысяч, они выйдут на площадь. Даже этот миллион, я сразу сказал, оговорился, что 3-5%, во-первых. Во-вторых, подписчиков, кроме чата через ДВК, например, у меня в Инстаграме было около 200 тысяч, там пару сотен тысяч всегда у меня лично было на моем Ютубе, несколько сот тысяч на 16-12. Это абсолютно мы четко понимаем, что это не значит, что эти люди являются именно нашими такими прямыми сторонниками, которые в состоянии выйти на площади. Это не было никогда иллюзией. Поэтому вы просто сейчас подменили то, что я сказал. Мы четко понимаем, что такое 3-5%, во-первых. Во-вторых, когда мы озвучиваем те или иные позиции, мы, как и вы, кстати говоря, делаем допуски и являемся в определенном смысле жертвами так называемой легитимности. Мы говорим, что человека посадят в тюрьму, если он определенную процедуру МВД, следственные органы, предъявит. Ну, вы видите, нас объявили экстремистской организацией в нарушении всех процедур. Вот вы сейчас говорите, у нас есть полгода. Вы закладываетесь на определенную легитимность этих действий силовых структур и Назарбаева режима. На самом деле вы же ошибаетесь. Вы когда говорите полгода, я говорю, а если на следующий день? А если вас объявят экстремистской организацией, вы поднимаете руки и говорите, это нереально. А мы говорим, что когда говорили, что соберем этот миллион, мы ориентировались даже на репрессии, даже на преследование, потому что в то время людей уже сажали. Тем не менее, мы считали, что соберем. Поэтому это разные вещи. Я не говорил, что это миллион, который мы соберем подписчика, они выйдут обязательно на площади. Никогда. Но я считал, что мы наберем ту массу, которую достаточно для смены режима. Хорошо. Потому что я ориентировался на то, что режим не будет объявлять экстремистами. Вот просто так раз объявили задним числом, мы только случайно об этом узнали. Или вот сейчас задерживают людей, Такаев заявляет, за пикеты мы никого не арестовываем публично. Ну, при этом, посмотрите, Асхата Жексебаева регулярно закрывает. Это вы такие вещи не можете учесть.
что бандитский прием будет завтра. Итак, я согласен, все, процесс идет, и есть положительный момент, а политизация, о которой я сказал, что люди все-таки политизируются, ваши регулярные выступления проясняют многим людям ситуацию, на глаза открывают на режим, это все нормально, здесь никто не спорит. Но вот 2 года вы пытаетесь вывести людей на протесты. По большому счету, даже учитывая, что на выборах там большая часть пришла не из ваших сторонников, пока не получается. Что дальше? Вы будете продолжать эту тактику? Ведь с каждым разом все меньше выходит. Или есть какие-то задумки поменять тактику? Ну, если это секрет, можете не говорить. Или все так же будет продолжаться и дальше? Вот в ближайшие 5-6 лет вы будете выводить людей на улицы, если они будут выходить? Или что-то будет меняться? Давайте я статистику скажу, Сергей. 10 мая 2018 года, чуть более, ну, полтора года почти назад, мы первый митинг организовали. Первый в Астане, в Алма-Ате, там, в Шымкенте, ряде городов произошел. Первый. Поэтому 2 года мы людей не выводим. Мы несколько раз в мае, в июне, июле выводили людей. В мае успешно, в июне, июле неуспешно. Все, 2018 год был закрыт. Основные действия начались в 2019 году. И митинг 1 мая был успешный, несколько тысяч человек в Алма-Ате и в Астане было, и небольшое количество в регионах. Затем 9 июня, вы видели, около 5 тысяч человек было задержано. И вот, собственно, мы будем идти по этому направлению. Жанна, добавьте, пожалуйста, ваше видение. Жанна. По поводу вопроса, да, что вот по поводу менять тактику, это любимая тема, да. Мы в нынешней тактике должны набрать мышцы, как вы говорите про ту тактику, которую используете вы. Да? Мы на сегодняшний день, мы же не такая организация, которая там, скажем так, забежала на мост, повесила баннер, сказали, мы разбудили всю страну, отползли, и дальше их не видно, не слышно, ни работа не ведется, ни что. Мы ведем системную работу. Мы делаем какие-то шаги постоянно. И мы видим, что соответственно с этими шагами у нас идет постоянный прирост. Если сказать, что у нас нет развития, вот я понимаю, да, вы сейчас нам прогнозируете уже 5-6 лет вперед, но при этом вы все-таки ожидаете некоего триггера от разочарования на выборах. Сами себе, кстати, противоречите, да? И многие ваши сторонники говорят о том, что нужен некий триггер и так далее. Давайте исходить не из 5-6 лет, а из того, что уже за эти год с небольшим, что у нас постоянно люди выходят на митинги. У нас появилась грамотная, обученная часть людей в стране, которая умеет, знает, как выходить на митинги, что делать, и, соответственно, агитирует всех остальных. Более того, население точно знает, что все митинги организовывают обязаны за ДВК, и, потому что власть, соответственно, демонизирует нашу организацию и конкретно обязана. И понятно, что все население точно так же набирается опыта. Мы живем не в вакууме, у нас есть ячейки, штаб. Мы обсуждаем это с реальными активистами. И в соответствии с ними мы постоянно нашу тактику слегка-слегка меняем. Так, пробуем. Но говорить такими прогнозами, то есть вот это, кстати, ваша любимая тема, вы любите обесценивать то, что мы делаем. И когда вы говорите 5-6 лет, вы заранее обесцениваете все наши усилия. И в ответ я хочу спросить, сколько лет нужно вам, чтобы через выборы прийти к власти? Может быть, на следующих выборах это произойдет, а может быть, через 10 лет. Здесь нельзя прогнозировать. Мы не из тех, которые можем сказать, что дайте нам миллион, и мы завтра сменим эту власть. Политика – дело более такое тонкое, понимаете? Здесь нельзя прогнозировать, я думаю. Тем не менее, вы в эти рамки загоняете нас. Вы требуете, чтобы мы прогнозировали, сколько времени понадобится для того, чтобы реализовать вот эту тактику. Я не говорил, это вы сейчас придумали. Я спросил у вас, будет меняться тактика или нет? Или вы будете продолжать так же выводить, или что-то будет другое? Вот только этот вопрос. Нет, разве Бог. Сергей, на самом деле, в любом деле, это чем бы ты ни занимался, строишь дом, или занимаешься политикой или бизнесом, всегда есть так называемый бизнес-план. Всегда должны быть осязаемые сроки. Даже не случайно та или иная партия идет на выборы и говорит, в течение 4 лет мы сделаем там первый, второй, третий и так далее. Поэтому сроки должны быть. Не бывает, что это будет возможно через 10, а можно через вечность, а может быть ничего не получится. Политическая организация создается конкретно для определенных целей, ставит
задачи, цель, сроки, пишет программу. Под эту программу объединяются люди. И, а зачем людям заниматься мифическим делом, которое не имеет ни сроков, вообще непонятно чего, когда будет достигнуто. Поэтому это подход неправильный. Понятно. Но я все-таки не услышал ответа. Будете менять тактику или будет тактика та же? Выводить людей, как раньше? Тактика, она поэтому она называется тактикой, потому что она может меняться каждый день, или раз в месяц, или раз в две недели, в зависимости от действий властей. В связи с тем, что действия власти нелегитимны, бандитские и все прочее, они где-то недельку могут не арестовывать за пикет или митинг, вторую недельку арестовывать. На третий день выгонят УЯН ДПК, их не трогают, на четвертый нас арестовывают. Поэтому наша тактика будет меняться в зависимости от тактики властей, как они будут репрессировать, преследовать и так далее. Это очевидно. Спасибо. Цитирую вас. Необходимость смены режима должна стать ведущей идеей масс. Облязов. Полностью под этим подписываюсь, полностью под этим. То есть я об этом пишу уже последние 15 лет. Что это должно стать основной идеей масс. Что эту власть нужно менять. С этим все понятно. Но согласитесь, что в последнее время, по крайней мере, последнее время, об этом говорят и все те оппоненты, которых вы обвиняете в сотрудничестве с властью. Это стало как бы уже трендом. Более того, если вы помните один из последних эфиров Политона, там даже представитель ОСДП, который у меня тоже как бы особое отношение, сказал, Кет Назарбаев, в открытую, в эфире, понимаете, человек сказал. То есть тогда вопрос, вот, исходя из того, что я сейчас сказал, в чем тогда разногласия принципиальные, и те несогласия, которые постоянно, претензии звучат со стороны ДВК в адрес других структур, которые называются оппозиционными. Пожалуйста. Пожалуйста, эти структуры. Ну, Аян Казахстан, вот демократическая партия, которая создается, республика, наблюдатели. Хочу все-таки детали. Нет ни одной организации, которую бы вы не назвали, не обвинили в сотрудничестве с властями. Вот давайте мы говорим, когда говорим оппозиционно, она предполагает смену режима и борьбу за смену режима, правильно? Угу. Аян Казахстан говорит, что не будет бороться, они просто будут заниматься преступлением. Поэтому из вашего тезиса, что, например, Оян Казахстан, вы отказываетесь, исходя из этого понимания, или нет? Они не говорят, что они будут просвещением заниматься. Итак, они вот даже в отношении предстоящих событий на площади категорически заявили, что они выйдут на эту площадь. Это что, просвещение, что ли? Я вам уже продемонстрировал знание ваших программ и цитат одного из вашего учредителя, Мамаева, в частности. И здесь я вам еще раз продемонстрирую, я вам четко говорю, даже в вашем балетоне, который я посмотрел, представитель Ояна сказал, мы не претендуем на власть, мы просто будем заниматься просвещением. Загляните, пожалуйста, в свой балетон. Там акцент на реформах был. Просвещение у нас шло по республике. Да. Да. Мы... Я тоже не на власть, понимаете? Но я за то, чтобы режим сменился. Можно я вас теперь тоже вот подпалю? Хотят, чтобы сменился режим. Мы говорим о структурах политических, которые будут бороться, а не которые на кухне говорят, что мы считаем, надо сменить. Поэтому я вас уточняю, это вы кого имеете в виду? Вот я вам перечислю, все эти организации вами критикуются. Оян, я же говорю еще раз, они не заявляют, что будут бороться с этим режимом. Поэтому если не будут бороться, тогда это не оппозиционная структура. Они оппоненты, они признают, они говорят, мы оппонируем этому режиму. Жанна, пожалуйста. Я могла бы добавить, смотрите, кстати, на том политоне как раз-таки Жанбулат Мамай подвел такую черту. Он считает, что те люди, которые не стремятся прийти к власти, не могут себя называть оппозицией, скорее они диссиденты. Это, кстати, представитель вашего движения был. И вот я тоже могу процитировать, например, вашу программу ДПК, которую вы выложили на обсуждение, сырой вариант, там было очень большое количество пунктов, множество по переменам, которые вы видите в стране, но как к ним прийти,
Вот я могу сказать. Единственный был абзац. Ключевая цель – сформировать гражданское большинство, чтобы силой своей масштабности заставить власть пойти на предлагаемые демократические реформы, либо уйти. В этом месте у меня тоже возникает вопрос, чем это отличается от того, что предлагаем мы, то есть силой масштабности. И у меня снова возникает вопрос, для чего ДПК возвращать людей на 2,5 года назад, когда мы начинали эту работу, когда мы начинали разоблачение, просвещение и так далее, обучение людей, когда они уже знают, что нужна смена режима, что единственный способ изменить что-либо в стране – это сменить режим. Для чего вам снова вот этот путь проходить через агитацию и так далее, когда есть уже организация, вполне сложившаяся, и вы можете совершенно спокойно прийти и сказать, мы поддерживаем, потому что ДВК – это движение, и в это движение предполагает наличие платформу для всех других организаций, в том числе и партийных, и в будущем разойтись, так скажем, на парламентских выборах, когда придет смена режима, когда мы вместе добьемся смены режима, и там уже в парламенте расходиться вы ДПК, мы ДВК и так далее. И ОЯР Казахстан в том числе. Поэтому я как бы, на ваш вопрос, конечно, может быть, не ответила, но я просто вижу, что точно так же, как вот ничем не отличаются ваши цели. Вы ставите такие же цели, как и мы. И причем вот предполагается и добиться таким же способом. То есть даже не цель, а именно такой же способ достижения через достижение масштабности. Тогда вам, получается, надо сейчас сидеть 1,5 года, рассказывать о программах, агитировать, не ездить по регионам, регистрировать, а именно через эфиры рассказывать о программах, рассказывать о том, что такое режим, с чем вы не согласны, как можно это изменить подробно, что такое временное правительство, что такое, как будут формироваться там акиматы и так далее, и все остальное. И только потом уже выводить людей на площади и все такое. Я вот не вижу логики в действиях, которые вы сегодня делаем. Я могу разницу между вашей позицией, так называемой ДПК, и вот этой кучей, которая говорит, что мы тоже якобы оппозиционные, в том числе ДПК. Как-то неуважительно на куча. Зачем так? Мы говорили, что я говорю открыто свое мнение. Я просто могу быть более вежливым, чем если я публично это говорю. Правильно? Сергей, я тоже могу ремарочку вставить. Вы только сказали. Давайте, пускай Мухтарда закончит. Я по поводу вежливости. Вы чуть-чуть, вот несколько минут назад сказали, вы будете так же тупо выводить людей на улицы. Ну, я вот просто напоминаю про вежливость. Сергей, значит, у меня риторика ничем не отличается от моей публичной риторики, и я считаю, что она вежливая. Она просто отражает реальность, мою оценку, и я ее сейчас объясню. Дело в том, что именно ДВК подняла планку так высоко, произнеся слова «Шалкет», «Назарбаевкет», «Токаев» тоже туда же, и все те, кто эти слова не произносит, это как бы маркер. Они сразу оказываются внизу, и люди четко говорят: вы проект власти. Это первое. И все те, кто не соответствует этому маркеру, они автоматически выпадают. Поэтому ДПК или все другие, они, конечно, сразу, что называется, маскируются под складку местности, эти фразы тоже произносят, изображая, что они тоже якобы оппозиционные силы. Это первое. Почему я так говорю? Почему я говорю, что дьявол кроется в деталях? Детали таковы. Я почему вас спрашиваю? Вот вы пошли на регистрацию, сколько вы собрали, что вы сделали и так далее. Потому что, когда вы это озвучиваете, вы начинаете проваливаться. Потому что все ваши детали, они будут не бить жизнью. Или вас сразу объявят экстремистской, а вы закладываетесь. Нет, через полгода, у нас полгода время есть. Или еще какие-то детали, которые не сработают. Поэтому я сразу говорю, что эти организации, они все подставные, у них риторика такая же, как у Касанова. Касанова слушаешь, он тоже был с такой же риторикой. Говорили, как же 20 лет в оппозиции, как вы говорите, я попал под очарование целую неделю. Так вы его 20 лет знали, а за неделю вдруг вы там прозрели. Так не бывает. Понимаете? Поэтому вот эта моя позиция, она четко отражает, что эти организации вынуждены изображать, что они оппозиция. Для этого они подгоняют такую же риторику, как у нас. И все. А в действиях мы их не видим, оппозиционности. Они не провели ни один митинг.
не вышли ни на какие-то массовые мероприятия. Их нет. Они просто вот только сейчас появились в октябре. Какая-то риторика, и все. Больше ничего. Ну, понятно. Согласен. Спасибо. Я понял. Вы как бы вполне аргументированно, на мой взгляд, ответили на мой вопрос. И из этого вытекает следующее. Что вам не нравится то, что эти люди не с вами. Это первое, то есть какая-то ревность. Ну а почему вы не допускаете, я сейчас Жанне отвечаю в первую очередь, конечно, что люди могут захотеть пройти эти два года, если они еще не созрели к тому времени, если вы такие продвинутые, вы ушли вперед, хорошо, так бывает. Вот. Но вы почему не допускаете, что они не хотят работать с вами, с Облязовым, что они хотят просто быть сами по себе? Может быть, у них есть амбиции политические. Да ради бога, пускай они их реализуют. Почему вы их сразу начинаете гнобить и объявлять врагами демократии, социального прогресса и всего прочего? Я еще не закончил. Шаукет. Насчет Шаукет, Мухтар, вы, конечно, здесь немного заблуждаетесь. До вас это говорил и Кожегельдин, и я 30 лет говорю, и масса людей в стране. Вы этот лозунг подхватили и его продвинули вперед, я это не отрицаю, спасибо вам за это. Вот. Но не надо говорить, что вы эту планку подняли. Понимаете? Эта планка была понята давно, это флаг, вернее. Поэтому давайте все-таки говорить, что есть некая преемственность. И Жакьянов был, и много других людей, которые также боролись с этим режимом, может быть, менее радикально, да, согласен. То есть вы ставите вопрос ребром. Это бесспорно, никто этого не отрицает. Но не надо всех подгребать. У вас такое какое-то ощущение, нет, как бы желание, стремление всех подгрести под себя. Понимаете? У вас какие-то такие амбиции лидерские. Да, ну давайте со мной. Почему вы не можете на паритетных началах с кем-то работать? Двигаясь двумя колоннами в сторону смещения этой власти. Откуда вот эти лидерские начинания, которые подавляют все вокруг себя? Это уже вопрос к вам. Да, сначала Жан, пускай ответит. Вот эти вот, то, что вы говорите по поводу наших амбиций, да, что мы не допускаем мысль, что люди хотят сами по себе. Да, конечно, допускаем. И, пожалуйста, продвигайтесь сами по себе. Но я хочу сделать акцент. Мы, Демократический выбор Казахстана, ведем политическую борьбу. Мы политическую борьбу ведем с самыми радикальными требованиями, которые только существуют вот на сегодняшний день в стране. К этим требованиям присоединяются тысячи людей. За эти тысячи людей наша задача, в первую очередь, присоединить к этим тысячам, не к нам с Мухтаром, а к этим тысячам присоединить ту поддержку, которая в стране может быть, должна быть и существует. Если мы будем людям транслировать расплывчатые цели, такие как у вас, например, или у того же Уяна, то ли они обучают, то ли реформируют, или там, как у Беллы Урымбетовой, да, то, простите, мы за какая политическая сила будет? Если мы политическая сила, если мы ведем политическую борьбу, и мы ставим себе задачу смены режима, мы должны быть твердыми во всем. И поддержать в первую очередь не нас, а поддержать тех людей, которые уже приняли для себя факт бороться, и защитить их этим самым. Наша задача в этом состоит. А когда мы показываем безопасные ниши, каждый раз говорим, знаете, вот здесь не так опасно, здесь можно просто с бюллетенями поработать. Мы предаем тех людей, которые уже знают, понимают, куда идут и так далее. Поэтому мы будем агитировать, конечно, агрессивно, конечно, мы будем агитировать людей, вовлекать в нашу борьбу всеми способами. Спасибо. Мухтар? Это по поводу планки. Планку подняла именно наша организация. О том, что в свое время кто-то прокричал, в том числе и я, и это ничего не значит, потому что это разные вещи. Прокричать в пустыне или объединить людей и представить реальную силу, от которой власть испугается, это совершенно другие вещи. Это мы создали силу, это факт, потому что власть именно против нас выводит полицию, войска и все прочее. Это надо признать. А что кто-то когда-то прокричал, это не имеет никакого значения, потому что за этим должны были реальные действия. Мы должны были трясти так называемую крепость Ак-Орды. Этого никто не сделал. И в первую очередь, теперь отвечаю на вторую часть вопроса. Вы говорите, откуда у вас там такие лидерские качества, всего задавить и так далее. Ничего подобного. Я был в первом ДВК, нас там было много. И я никогда не позиционировался, как я единственный или первый лидер. Была группа разная. Более того, я уходил в тень, я финансировал,
генерировал идеи и так далее. То время, когда был период так называемой группы Акжобла внутри и Галанджан Джикяна, в частности, как вы помните. Но потом начались такие процессы. Из недр ДВК вычленился Акжол, который был якобы конструктивным. Мы пойдем второй колонной. На самом деле это была группа, которая прямо предала нас. Это привело к тому, что меня и Галанджана посадили. Когда нужно было бить в одну точку, они расползлись, мы типа сбоку залезем. Это привело фактически к тому, что нас посадили в тюрьму и задавили, и очень много людей просто разочаровались. Вместо того, чтобы концентрироваться, эти люди взяли, по сути, ударили нам в спину. И это были выборы 2004 года парламентские, когда мы тоже договаривались о объединении, они меня обманули. Обманули все лидеры Акжола, в том числе Алтынбек Сарсембаев, в том же Булат Абилов, которые договаривались, что мы будем вместе, мы в горах сидели, вместе договаривались. Они каждый раз обманывали, потому что они вели предательскую политику, все время пытались сквозь щели пролезть. И сейчас та же самая ситуация. Мы должны мобилизовать силы, объединить те реальные силы, которые готовы бороться, а не которые имитируют и обманывают, уводят людей в сторону. Это приводит к поражению. Вот почему я настроен миримо. Вот отсюда как раз очень хороший вопрос назревает. Вот я его и готовил. Не кажется ли вам, это вопрос обоим присутствующим, что как раз радикализм – это в наших условиях минус, что для ДВК. Это вопрос такой вот абстрактный, что это отпугивает людей. Ну, почему абстрактно? Вообще-то это конкретный вопрос, что-то я сам договорился. Ведь ДВК, мне кажется, не совсем понимают, что наше общество несколько другое. Оно в большей степени то, что я назвал трусливое. В кавычках, конечно, это слово. Не надо его брать в буквальном плане. То есть это общественная трусость. Люди, которые не готовы еще выдвигать те требования, о которых говорит Мухтар. Я как раз готов. Я их поддерживаю. Но давайте все-таки быть реалистами. Есть страна, в которой основная масса боится этого. Есть небольшая группа, которая уже для этого созрела. Вы ее собрали. Хорошо, я не знаю, сколько этих активистов. Но, судя по митингам, немного. Потому что в любой другой стране, кому мы знаем, вот, пожалуйста, Боливия, миллион. Венесуэла, миллионы. Везде выходят миллионы или там, ну, сотни тысяч. Даже в Армении в той же. Там это объяснимо, когда вы говорите о радикализме. Да, люди вышли, и тогда нужно быть со своим народом. Но сегодня-то народ сидит дома, а выходят как раз немногие. И самая большая цифра, которую вы оперируете, эти 5 тысяч, которые арестованы, из которых большая часть это просто люди, возмущенные несправедливыми выборами. Они активисты ДВК. Почему вы не учитываете вот эту специфику нашей страны? Как вы ее обходите? Вот я этого лично никак не понимаю. Моя вся критика, Жанна подтвердит, собственно, и состоит в этом. Это конструктивная критика. Поймите вот эту особенность. Используйте ее. Что значит конструктивная критика? Сергей, уточните, пожалуйста. Но это значит, я не говорю, что вы плохие. Это значит, что вы хорошие, но действуете неумно. Нет, вы конструктивная критика нас имеете в виду, критика власти, я в этот момент... Нет, я сейчас... Ваш адрес звучит с моих уст. Я про эту критику говорю. Критика, а в чем ваша конструктивная критика? Что вы не учитываете специфику страны, которая... Смотрите, я извиняюсь, конечно, да, сейчас хочу сразу ответить. Нет никакой социологии, исследований, твердых знаний о том, какая наша страна, какие наши активисты, какие люди готовы, не готовы. Вот лично я из чего исхожу, работая с активистами, будучи в штабе ДВК, работая ежедневно с тысячами людьми, ежедневно, хочу вам сказать, в режиме тет-а-тет, скажем так. Мне могут писать группами, мне могут писать по одному, но я знаю, чувствую, понимаю, что происходит там, на той стороне. Такой социологии нет. И если мы будем исходить из стандартов, что народ трусливый, тогда нам вообще не надо никуда двигаться и просто пойти и лежать где-то там. Но если мы понимаем, что у каждого народа есть право жить по-другому и так далее, наш народ ничем не хуже. Просто нет навыков. Я исхожу из того, что пока недостаточно, скажем так, может быть, информации, может быть, навыков, может быть, еще чего-то там, какого-то опыта, организационных каких-то действий, более масштабной организации,
Можно из этого исходить. Но исходить из того, что весь народ никак не захочет, не поднимется, мы не можем. Мы должны исходить как раз из того, что весь народ может. Весь народ сегодня, на сегодняшний день, вы сами говорите, на каждой кухне ненавидят Назарбаева. Но тогда этот потенциал есть, значит, его надо просто взять, развернуть и повести туда, куда нужно. И если какая-то часть людей сегодня принимает радикальные требования, соответственно, следующее тоже примет. Вопрос знаний, вопрос обеспечения информации, вопрос опыта. Все. И тогда мы это сказали, можем... Вы сказали, что радикальные. Вот мы с вами на начале эфира проговорили, выясняется, что у вас тоже такой же лозунг «Назарбаев кет, Токаев кет». То есть у нас одинаковый... А вы до этого не знали, да? Да? Нет, ну вот я сейчас... у вас все время логика расползается, я потом процитирую. Вы скажете какой-то тезис, через две минуты вы его сами же опровергаете. Вы заявили, что у нас одинаковые позиции, а потом говорите, вы не учитываете радикализм, вы слишком радикальны. Я вот поэтому задаю вопрос, а в чем радикальность? У нас с вами одинаковые лозунги или нет? Да, да, лозунги одинаковые. Тогда тактика разная. Понимаете? Вы тоже за счет масштабности двигаетесь? Вы прете на стену и бьетесь об нее лбом. Нет, а мы говорим, что эту стену можно обойти. Вот разница принципиальная. В нынешних условиях, понимаете? Лозунги одинаковые требования. Лозунги, да. То есть вы только говорите по тактике радикальности, конечно, присутствует. Только конечно. В этом. А в остальном все одинаково, да? Да. Теперь смотрите, почему я хочу еще выловить момент, который не соответствует моему пониманию. Да? Вы говорите, как представитель политической организации, что вот народ, если выйдет, мы должны быть вместе с народом. В 2005 году когда декабрь 2005 года, когда я настаивал, сидя в Москве, в то время я в Москве жил, да, чтобы объединенная оппозиция в лице Туекбая выводили людей на улицу, Туекбай сказал такую ключевую фразу. Мы не можем подвергнуть риску народ, будут репрессии, это фраза Хусанова такая же, да, одинаковая. Если народ выйдет, мы пойдем за народом. Когда я плевался, сказал, слушай, что за лидер, который не лидер, а он за народом пойдет. Нахрена такой лидер сдался? И мы его еще будем единым кандидатом выдвигать, да? Вы сейчас произнесли ключевую фразу. Если народ выйдет, мы должны быть вместе с народом. Мы лидеры политического процесса, мы организаторы политических движений, мы должны идти впереди, выдвигать платформу, объединять и двигаться вперед. Вот в чем разница. Вы хотите в кустах отсидеть, а я говорю, что мы должны идти вперед. Отличная фраза, что если народ выйдет, мы должны быть впереди. Это но вы же так... видите, вот нет, два года, а он не выходит. Сказали. Нет, обождите, хорошо, вы хорошо. Говорим. Мухтар, вот смотрите. Ну, вы же прекрасно видите, что два года вы пытаетесь вывести людей, потому что это не народ. Даже 5000 – это еще не народ. В том смысле, в кавычках возьмем это слово, что это масса, которую власть уже не может совладать. Но вы продолжаете это делать, и вы не видите пути. Вы не, вот, программа проходит, я так и не понял, откуда возьмутся потенциал в вашей партии, чтобы вывести ваши организации, чтобы вывести все-таки больше, чем выходит сегодня. Какие перспективы? Сергей. Вот, извините, обождите, дайте я по очереди все-таки, у меня немного тоже есть время. Понимаете, я, если хотите честно, я не считаю ДВК радикальной. Ну, в своих пониманиях ситуации, подождите, я не считаю, люди считают, я вынужден транслировать их понятия, не считаю радикальной оппозицией, я считаю, знаете ее какой, неумной. Почему? Выводить на протесты людей можно и нужно только когда-то, когда это 200 тысяч, 250 тысяч, или вы знаете, что это пойдет, или они уже вышли, и возглавить их и повести. Да, это умно. Но выводить по 300, по 500 человек в течение 2 лет и не видя прироста, продолжать эту тактику, не предпринимая ничего другого, я этого никак не могу понять. Меня это, вот, откровенно говоря, вот, напрягает. Я задаю вопрос, почему вы не меняете тактику? Почему вы не делаете ничего, чтобы изменилось что-то в стране? Или вы считаете, что вот таким образом идет, наоборот, ухудшение ситуации? Люди начинают бояться, власть-то репрессирует их. Сергей, вы статистику вообще не видите? 10 мая 2018 году в Астане вышло всего лишь около 400 человек, в Алма-Ате около 200. Ну и там где-то в регионах по 50, по 20 человек. Это было 10 мая 2018 года. Плюс год прибавляем, 9 июня, что бы вы ни говорили, там, что они недовольны были выборами,
Это мы вывели именно в этот день. Именно мы призвали 9 июня выйти, и больше никто. Кто-то говорил, 10-го выведу, Косанов, еще кто-то что-то говорил. 9-го это был наш призыв, и 9 числа было задержано 5000 человек. И вы знаете, задержали не всех. Это значит, что цифра была значительно больше, в несколько раз, как минимум, протестующих. И вот сравните, 10 мая 2018 года меньше 1000 суммарно по стране, через год уже 10-кратно как минимум больше, как минимум. Вот, вот и вот я вам отвечаю, да, да, вот в сентябре, в октябре, ноябре, в октябре, сентябре придавили. Ну да, мы, значит, учтем эти моменты, что незаконный прием используют, мы меняем тактику, мы ячейки формируем, мы проводим агитационную работу, мы сейчас будем снова накапливать силы, и все нормально. Вы просто в масштабах сравните, сколько было. Когда в январе вы мне, по-моему, 2017 года была первая наша дискуссия, потом чуть позже, угу. Мы мало людей выводили, а сейчас, смотри, 9 июня только задержанных 5000. Вы масштаб не хотите увидеть? Я как раз думаю, что масштаб незначительный, но не в этом дело даже. Давайте все-таки вернемся к выборам. Очень хорошую тему вы подняли, о роли выборов в этом процессе. Ну, насчет 9 числа я-то как раз там был. Я внутри процесса был. И я могу вам точно сказать, что не меньше половины это было людей как раз тех, которые в обычное время боятся выходить на митинги. И они вышли не по призыву ДВК, они просто пришли, потому что были возмущены выборами. А поэтому, вот, место, возвращаясь к этому... То же самое время, день. Ну, ладно, пускай будет так. Да. Возвращаясь к этому вопросу, ведь выборы – это действительно время, когда общество активизируется. И мне не совсем понятна вот эта тактика бойкота. Понимаете? Дайте я закончу, вы сейчас скажете, я вам дам 3 минуты. Значит, тактика бойкота, она состоит как раз в том, чтобы отговорить людей от участия в выборах. Почему нельзя сделать по-другому? Призвать людей пойти в какой-то протестной форме проголосовать, а потом, чтобы они после этого вышли и помитинговали. Зачем обязательно контрастировать с теми, кто призывает людей на выборы? Вот зачем это контра? Объясните мне эту ситуацию. Давайте исходить, кому нужны выборы. Если народу выборы не нужны, зачем они пойдут, должны идти на выборы и поддерживать легитимность этих выборов, играя на стороне режима? Поэтому, когда вы нам говорите, почему вы контрастируете, мы не можем понять, почему мы должны вводить в заблуждение людей и говорить, идите, поддержите режим, давайте сыграем с ним вот в такую игру. Они шулеры, но вы все равно пойдите их поддержите. Это вот опять ваше допущение того, что режим является легитимным. Когда вы играете с ним, то есть когда вы зовете людей на выборы, ваше допущение, что режим легитимен, становится вот ясным, очевидным. Именно вот я лично, да, вот в первую очередь по этой причине против того, чтобы участвовать в выборах и давать возможность режиму завтра везде на всех афишах зарубежных рассказывать, что в Казахстане состоялись легитимные выборы, была вот такая явка добровольная, и мы все равно проиграли. Это зачем? Вот я вот как минимум один аргумент, я считаю, что даже этого аргумента достаточно, чтобы туда не ходить. А на выборах проиграло гражданское общество? Да, проиграло. Еще больше проиграло. Когда вы нас заведомо толкаете, то есть вот вы исходите из тактики, народ придет, разочаруется, это будет триггерная ситуация, народ выскочит на площади. Народ пришел, разочаровался, триггерная ситуация не случилась. Человек, который должен был вывести народ на эти площади, вышел, сказал, поздравляю действующего президента. Я это сказал, потому что боялся, что народ пойдет на площади, и на площадях с народом расправиться будет кровь. Я за эту кровь не хочу нести ответственность. Это был ваш кандидат, в которого вы верили. И поэтому сейчас снова предлагать нам эту ловушку. Приходите, я должна поверить, что Мамай завтра... Точно так же, как Касанов, не выйдет, не раскается и не скажет, друзья, я боялся, что будет лопатками будут рубить. И поэтому я решил на себя не брать кровь. Вы что? Я вот не понимаю вообще. Жанна, я сейчас обожди. Мухтар, извините, я сейчас должен все-таки ответить, потому что прозвучало обвинение, что я мой кандидат Касанов. Ну, Жанна, вы же прекрасно знаете, что
ситуация... Не, ну вы агитировали за Касанова, согласитесь. Вот а вы лидер мнений, вы лидер мнений. Дайте я закончу. Агитация была ровно неделя. С Касановым была договоренность. Один раз. Поговорка. Одно дело, когда я бы поверил ему, как основная масса людей, что действительно это оппозиционный кандидат. Нет, я прекрасно знал, что за этим стоит власть. И когда он пришел на политон, я ему об этом сказал. Он не стал отрицать этого. Здесь я говорю очень интересные вещи, да? Он не стал отрицать. Я помню, да. По умолчанию согласился, что да. Но мы с ним договорились, что он сыграет в пользу оппозиции. То есть, что он будет агентом, двойным агентом. Играя якобы на власть, он проведет предвыборную кампанию так, что это будет в пользу оппозиции. И я повелся на это. И я это признаюсь, да. Через неделю я понял, что он обманул. Он не пришел. А знаете, почему? Сейчас. И мне говорить об этом, что он, так сказать, мой кандидат, ну не надо. Я сделал все, чтобы агитировать против. Хорошо. Знаете, почему такая ситуация произошла? Сейчас, секунду. Потому что в итоге не был задан главный вопрос. А что потом? Ну хорошо, вы заранее готовы там проиграть. А потом что? Потом будет армия наблюдателей, которая сейчас кричит там «Карамба» и прочие люди, да? И эта армия наблюдателей потом что? Ну хорошо, они зафиксировали все эти. А потом что? Потом опять, значит, эта армия наблюдателей бежит в суды. Какие суды? Назарбаевские суды. Дальше что? И вот смотрите, вы предлагаете пройти несколько ступеней разочарования. Давайте разочаруемся в выборах, в Касанове, в наблюдателях, в судах, в результатах судов. И разочаруемся вообще во всей этой компашке, да, которая в этом участвовала. И но у нас есть шанс еще раз попробовать на парламентских. Возможно, мы стали умнее. А в чем умнее? У нас изменились суды, у нас избирательная комиссия изменилась, у нас изменились люди, которые приедут поддерживать эти парламентские выборы со всего мира. У нас ничего не изменилось. Та же картина. У нас даже люди, которые агитируют сегодня за парламентские выборы, не изменились. Те же самые. Ну, добавилась так Жанна Кожалиева. Ну и все. А так все те же самые. Забудьте про суды. Они нас не интересуют. Не надо входить в суды. Я думаю, что на этих выборах как раз гражданское общество победило. Она победила свой страх, победила свою инертность. И именно благодаря выборам. В противном случае бойкот бы ничего нового не дал. Потому что эти люди, которые пришли на выборы, они все равно на митинги не пошли. Можно закрыть? Митинги всего показали эти 5 тысяч. Да, 5 тысяч. Не больше бы было, если бы даже на выборы никто не пошел. Так лучше было пойти на выборы и продемонстрировать то, что продемонстрировали. Не кажется ли? Мне кажется, что на этих выборах гражданское общество в первую очередь проиграло потому, что выбрало для себя безопасный ход. Выборы, бюллетени. Ни разу еще никто не пришел к власти с помощью урны с бюллетенями, установленной диктаторской государстве. Но если бы гражданское общество, о котором вы сейчас говорите, выбрало бы площади, картина могла бы быть другая. Но мы создали... Если бы ККБ в Москве, знаете, как, Когда людям предлагают два варианта. Вот вам безопасный, а вот немножко радикальный, как вы говорите. Они что будут выбирать? Такое общество, как у нас. Общество, которое 100 лет под диктатурой находится, будем так говорить. И вы хотите... Радикальный точно не выберет. Радикальный точно не выберет. Что и произошло. Да, ладно. Поэтому вы предлагали трусливому обществу трусливый вариант. Да. Мы остаемся на разных позициях. Я думаю, еще не ответил. Во-первых, мы не объявляли бойкот. Бойкот – это просто не участие в выборах. Мы сразу говорили, выводим людей такого-то числа, не участвуем, не идем и не участвуем в таких подставных выборах. Это раз. Во-вторых, наша задача – консолидировать общество и наносить удар в самое слабое место и создавать реальную силу, а не ее размывать. Такой подход, когда я там и тут на 3-10 стульях сижу, как раз он размывает. Теперь я хотел бы вас процитировать, Сергей. Пост от 25 апреля. Я почему спрашиваю, Сергей 25 апреля настоящий Сергей или нынешний Сергей? Да? И Сергеев он... много, Сергеев много. Да, к сожалению, даже в этом посте 25 апреля здесь два Сергея. Значит, в первой части Сергей что говорит Дуванов? Он говорит, сразу отбросим тех, кто готов проголосовать за кандидатуру, которую назначил Елбасы. Сразу. Это значит, здесь говорит, за голосовать мы не можем за таких кандидатов.
а это обречено и все прочее. И дальше он говорит, но люди так устроены, давайте за эрзац проголосуем. При этом прекрасно зная, что это эрзац Назарбаева, то есть возвращаемся к началу поста, говорит, не голосуем за кандидатуру, которую назначил Басы. И он же сам себе противоречит. Два Сергея. Вверху один Сергей, внизу другой Сергей. Сразу отвечаю. Наша задача, как лидеров процесса, разоблачать, показывать правильный путь людям, куда нужно двигаться. Все остальные действия просто приводят к ослаблению, бессмысленной трате энергии, бесполезным жертвам. Бесполезным жертвам и трате времени. Поэтому мы говорим, существует один единственный путь – убеждать людей выходить на массовые митинги и добиваться смены режима. Все остальное – это обман. И вы в своих постах об этом говорите, и бесконечное количество постов, которые вы встречи нашли, где вы четко говорите вот так, потом во второй, следующим постом вы сразу же опровергаете сами себя. Давайте мы пойдем за эрзац. В мошеннических играх нельзя участвовать. Он был заранее известный, что это агент власти, и вы это тоже знали. И знали, что он в последний момент может кинуть. Через неделю вы, в конце концов, осознали, но все равно вы знали и понимали, что кандидаты от власти не регистрируются, за них нельзя голосовать. И вами написан пост от 25 апреля. Должна быть четкость. Тогда те люди, которые с нами, или они пусть пока в рыхлой массе, они к нам присоединятся. Почему сейчас мало действительно людей? Потому что мы, значит, недостаточно агитационную работу проводим. Значит, нам люди, которые типа вас и Мамая ходят, запутывают людей, они их сбивают с толку, мы вас должны разоблачать. У меня риторика поэтому такая жесткая. Не потому что я подминаю, потому что я считаю, вы уводите людей в сторону, не даете объединиться, и мы вас должны разоблачить, и мы должны объединять людей, четко и ясно показывать. Вот так мы дом построим, а все остальное – это курятник. Вот и все. Спасибо. Позиция у другой части оппозиции другая. Она не хочет никого разоблачать, в том числе и вас. Она хочет делать свое дело и надеяться, что вы не будете мешать своими призывами делать это дело. Да. Каждый делает свое дело. Поэтому давайте мы на этом закончим. Время уже наше перебрали мы давно. Каждый остается... Один вопрос. Вы в начале эфира сказали, что вы учредили ДПК. Недавно мы с вами переписывались, вы сказали, вы не член ДПК. Я хочу вот перед публикой понять, вы член ДПК или не член ДПК? ДПК или не член ДПК? Нет, партия пока не зарегистрирована. Не вы инициатор, организатор. То есть вы будете членом ДПК, под ДПК этой партии? Когда, этой партии? Когда партия будет зарегистрирована, она никогда не будет зарегистрирована, то я решу, я приму решение, оставаться ли мне публицистом и ведущим этой программы, либо быть членом партии. Хорошо, спасибо, что вы пришли и выразили свою искреннюю точку, правдивую точку зрения. Каждый остается при своем, и кто из нас прав, а кто нет, решать зрителям. Спасибо за то, что смотрели нас. До свидания, до новых встреч. Клубе Политон.